Несмотря на огромный вред табакокурения, довольно многие курильщики относятся к вредной привычке спокойно. В нашей стране любителей подымить более 30% населения. В области эта цифра составляет порядка 27%. К сожалению, эти показатели не уменьшаются. Чем дольше человек курит, тем более серьезные остаются на его здоровье следы легального наркотика. От болезней, связанных с табакокурением, в Беларуси ежегодно умирает более 15 тысяч человек. А доля курящих среди онкологических больных составляет более 80%. В республике у каждого четвертого умершего от злокачественной опухоли диагностирован рак легкого. Такая статистика не может не пугать. Доказана достоверная связь курения и развития рака легкого. Значит, ежегодно в Беларуси регистрируется более 4000 случаев рака легкого ежегодно. И, скажем, курение является такой непосредственной причиной возникновения этой формы рака. Каждую секунду в мире миллионы людей прикуривают сигареты. Им нравится вдыхать сизоватый дым, наслаждаясь запахом крепкого табака и горьковатым вкусом сигарет. При этом некурящие люди становятся заложниками чужой вредной привычки. Вот и выходит, что сигаретному идолу поклоняется все человечество. С той лишь разницей, что одни это делают осознанно, другие же пассивно, помимо своей воли. Однако негативное влияние сигаретного дыма сказывается на всех. Проблема остается актуальной в связи с влиянием табакокурения на развитие целого ряда заболеваний. Это прежде всего сердечно-сосудистые, органы дыхания. И отдельное место занимает онкологические заболевания. Поэтому эта акция, посвященная нынешнем году и, как и предыдущие годы, Всемирный день некурения, профилактики онкологических заболеваний. Каждый человек сам выбирает тот образ жизни, который больше ему нравится. Однако не стоит забывать, что рядом находятся те люди, которые не хотят становиться невольными заложниками чужой вредной привычки. Отложите в сторону сигареты хотя бы на один день. Вам и вашим близким станет легче дышать.